Лэмпард. Есть адрес у этой передачи. Ран! И есть! Гол! Да, я знаю. Подожди, Лэмпард может пробьет пенальти. Погба хорош. Ой, Погба. Вот этот прикол Погбы давайте исполним. Давай, давай. Оп. Оп. Ты умеешь делать? Я не знаю. Да, он да, 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 тащи, ёпта. Да, там нет, он сам. Ты нажимаешь удар, он сам так медленно идет. И ты просто направляешь. Это просто читерская херня, ее не должно быть. Это ну невозможно там отгадать. Уверенную реализацию 11-метров. Мы еще... Каку, Брандт. Какая техника, как добрый он обращается путь с мячом. Вы только посмотрите. Не очень аккуратно сыграл в отборе. И пробил. Мяч в воротах. И... Мы с тобой вчера, я тебе говорил. Марсиаль на убойной позиции. Да куда ты, Марсиаль? Ну справа, пниз, дубина. Не забивать, то откуда же бить-то тогда? Что-то надо увеличивать, тут не надо ему вообще шансы давать. Он старался, видимо, пробить на точность, но ой, то походу, ли в последний момент сделаю, передумал, то ли мяч ноги свалился. В общем, прикинь, получилось то, что получилось. Так Влад, это твой максимум. Мяч перехвачен, шанс вот то, кто на что учился, знаешь? Атака продолжится. Блин, через... лучше бы я Робена собрал, чем Вернера, конечно. Даниэль Калиджури. И это должен быть гол! Ух ты! Штанга и гол! Извините. А вот его партнеры явно подкачали, поэтому, наверное, пока команда и проигрывает. Хорош! И это удар! И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки на... И разыграть решили угловой. Подача. Чей мяч будет? Гол. Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Да, это прекрасный удар с лета и гол. Вот такие голы в одно касание, они, конечно, смотрятся потрясающе. Можно навешивать. Тьяго! 1-0. Тьяго. Скоро подача в штрафной будет с углового. Ну что, вместо подачи тут пошел короткий пас. Тьяго! О! И подает в штрафной. Ну, Дехе, ты все равно глотнул. Дехея говно, Дехея говно, Дехея говно. Кто его назвал лучшим вратарем в мире, а? Сэр Алекс Фергюсон. Какой Фергюсон, ага, Фергюсон. Фергюсон бы такой чепухи не сказал точно. Ну и как наносит удар игрок. И еще один гол они забивают. Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Санчо, хоть бы раз нормальный прострел сделал на гол, ёпть.